Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок, и сегодня мы играем в Балатро. Челленджи делаем. Ну, челленджи, испытания, окей? Не такие челленджи, как в Пеглине, нормальные, человеческие, предусмотренные разработчиками челленджи. Кошка такая: папа опять про челленджи заговорил, папа, не надо, остановись. Отец челленджевик, горе в семье. Да, ну это прикольно, чат говорит, налог будет сложный. Особое правило. Минус один к размеру руки за каждые ваши $5. Ого. Вот это поворот. Так. Стартовый размер руки 10. На самом деле вроде не сложно. Размер руки 10 это очень много. Ограничений нет. Колода вроде бы обычная. Что там 11-й челлендж? Вечные джокеры. Ну, потом. Давай вот этот с налогом. Звучит интересно. Я хочу вот этот попробовать. Вроде прикольно. Минус 1 к размеру руки за $5. При 50 баксов будет минус 5 размер руки. Окей. То есть теоретически надо деньги сливать под 0. И тогда у нас будет большой размер руки. И мы всех победим. Так, слушай. Так, давай. Поехали. Экономику какую-то нужно и все время сливать деньги. Ну, играем в ипотеку, да? Жизнь в ипотеку, по классике. Надо стараться максимально эффективно играть. Ну, насколько это возможно, да? Давай флеш-пики. Хороший. Можно с таким большим размером руки собирать сложные комбинации, типа Street Flash. Типа как минимум Street. Да, нужно что-то сложное играть, типа Street'а. Хотя, как ни странно, Flash сильнее, чем Street. Но Street будет много циферок. Нет, Street сильнее. Минус уходить, чтоб нам руку прибавляло. А, кредитку взять, да, и у нас тогда рука будет больше. Безликий Джокер дает $5, если 3 или больше карт с лицом сбрасываются за один раз. 8 множителей и пара. Кит для рисования плюс 1 к размеру руки. Кстати, за 10 рублей ровно под 0. Ну, наверное, наша, да? Купон мы можем после следующего боя так-то выкупить. Может, сейчас джокеров лучше. Когда Карли на ютубе? Не знаю. Не могу сейчас вспомнить. Через пару дней, наверное. По-моему, сейчас лучше взять джокера и, например, небесный набор. А потом купон взять после следующего боя. Мы же там скипать не будем? Не, не будем. Небесная рана. Коварный Джокер. 100 фишек, если в сыгранной руке есть сет. Красная карточка. Плюс 3 множитель за пропуск карты в бустерном наборе. Красная карточка был один из первых билдов, которые я играл. И я до сих пор в шоке, какая она плохая. Каре, пара, две пары. Сет. Сет плюс каре. Каре. Так, у нас сотка дается при сете. Теоретически мы сет можем собирать, попробовать. Вопрос, насколько это на самом деле выгодно. Не лучше ли пробовать все-таки стриты какие-нибудь? Давай так. Второй. А, у меня есть сет. У меня есть сет. С Full House. Full House. В Full House содержится сет. Окей. Сложный выбор. Сложный выбор, потому что хочется поиграть через Full House. Специализированный билд на Full House мы никогда не делали.
там каре, покеры мы все играли, а вот какой-нибудь Full House не играли. А тут приходят штаны, говорят, давай, зачем тебе все это? Переходи на темную сторону. У нас есть штаны. А в штанах две пары. Не, купон мы все равно раздобудем, если коварного продадим. Можно спектральные штаны. Или купон. Ты знаешь что? Спектральные штаны. Погнали. Поехали. Штаны, спектральный набор, поехали. Вы что, хотите жить вечно? О, жертва. Уничтожает 5 случайных карт в руке, дает $20. Давай, сейчас купон купим. Немножко заруинили штаны, но пофиг. Штаны это, кстати, билд на Full House. В Full House содержится 2 пары. Так что нормально. По идее, мы не хотим деньги копить, ну ладно. На первом боссе можно. Рука будет поменьше, но все равно. Окей, мы хотим играть 2 пары или Full House. Всегда. При любых обстоятельствах, да? Да. Да, 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 да. Че ты такаешь? Играй давай. 2 дамы. Привет, Варлычек. Йоу. Желаю тебе хорошего стрима и победы. П.С. Синяя команда. Скоро сорвем джекпот. 2 меньше, чем... В смысле? Грини, спасибо за донат. Какой джекпот вы там собирались срывать? Вы это о чем, господа, синяя команда? Какой там джекпот? Вы что задумали? Окей, сколько у нас шестерок? 2 шестерки, 2 семерки, 1 десятка. Так, так. Нам нужно 2 пары сыграть 3 раза? Мы хотим играть больше рук с 2 парами. Да, 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 да. Но еще мы хотим не проиграть. Говорят, когда выигрываешь, намного лучше, чем когда проигрываешь. Все, дед уже... Чахотка совсем удалела. Деда, простите. Безликий Джокер. $5. Если 3 или больше карты с лицом сбрасываются один раз. Дурацкий Джокер. 12 множителей, если есть сет. Бесполезный купон для челленджа. 20 рублей. Но надо все тратить. Надо все тратить. Нам нужны большие руки. Конечно, когда тебе надо деньги тратить, тут приходит отшельник такой. Привет! Че нам на этот билд 2 пары вообще нужно? Ну я возьму все равно отшельника. 14 рублей это 14 рублей. Давай тебя купим пока. Тебя надо, нет? Здесь поискать какие-нибудь хорошие карточки, просто вот даму. Хорошая дама, хорошая. Коварный Джокер на сет. Ты сотри на этот билд на Full House. Ты посмотри на него. Шоумен. Джокер и карты планет, второй спектральный карт, ты могут появляться многократно. Наконец-то, пробил час. Пришло время шоумену сыграть. Ура, товарищи. Ни разу шоумена мы не брали, и он... Выходит на сцену. Я вот, кстати, думаю, нужно ли мне вот этих ребят держать в колоде? Не будут ли они слишком много набивать? А, ну они только с сетом работают. В общем, если я хочу скачать штаны, я играю 2 пары. Допустим, 5 и 2. И 4 для красоты. А когда я хочу победить, я разыгрываю Full House, и эти 2 ребят нам гарантированно там набивают с Full House, да? Ну, типа да. Типа да. Шоумен в штанах. Действительно. Эх, все равно много набили. Тузов не надо было играть. Венеры, Юпитеры, Арканы. У меня 5 рублей.
А, ну да, точно, у меня же денег нет, никогда не будет. Точно. Сет. Флэш. Планеты. Давай планеты. Full House, сет, каре. Ну, идея Full House и две пары. Все. Пока что план Full House и две пары. Мы играем. Мы играем все. Мы играем всех, мы играем всегда. Конфликт со штанами? Почему? У кого? Где? Совсем без денег тоже плохо? Да. Я вижу. Full House. Штаны не качаются от Full House? Вроде качаются. Нет, Full House качает штаны, все хорошо. Нет? 6 рублей. Две пары, ура. Я сейчас вот начинаю замечать, что у нас вообще денег нет. Вы правы, господа. Стена, 3200. Не, ну стена нас не напугает. Стену пробьем. Крепкой головой. Почему мы тут стритов каких-то понаходили? На этом челлендже лучше всего было бы играть стрит. 100%. А еще лучше стрит флэш какой-нибудь. Но, видишь. Штаны пришли, что ж. Придется в штанах ходить. Когда жизнь дает тебе штаны, то ты одеваешь штаны. Ой, тютелька в тютельку. Какая красота. Да, в идеале на этом челлендже, я думаю, флеш-рояль вот прям самое то. Умеренность. 9 рублей даст. Найс. Давай. Ну что, копируем штаны? Давай. Полихромное издание случайному Джокеру уничтожает остальных Джокеров. Что, шоумен? Недолго музыка играла, да? Ну что, штаны надо делать полихромными, тут без вариантов. А этих ребят всех выгоняем. Шоумен, не сегодня, брат. Ну, полихромные штаны, но это ты чё? Это круто. Планеты в магазине в два раза чаще. Шоумена выгнали вместе со всеми дружбанами. Точно. Full House. И... О, список дел. Умный Джокер, 80 фишек, если две пары. Список дел давай возьмем. Ну вот, я не уверен, насколько он будет хорош на самом деле. Ай, сет даст 4 доллара. Ну, последней рукой надо сыграть сет. Окей. Я могу сейчас сет сыграть, но тогда я штаны не качну. Ну. Две пары. Не должны. Ай, набили собаки. 6000 с этим Джокером. Слушай, такое впечатление, что умного Джокера надо выгонять. Он слишком умный. Вот. Ну да, короче, список дел не работает у нас. Да надо было Full House первым играть, но я жадничал. Голографический безликер. 5 долларов, если 3 карты с лицом сбрасываются за один раз. В принципе, мы можем искать, играть... Да, давай, иди сюда. Смотри. Раз, два, три.
Елочка, гори. 5 рублей. Раз, два, три. И оставляем другие сеты. Да? И вот наша экономика, пожалуйста. А разыгрываем там, например, вот такое на цифрах. Они будут поменьше давать, но пофиг. Так куда ты набиваешь-то по 8000? Ну что ты творишь, глупая брюка? Надо умного Джокера продавать надо. Голограмма получает множитель за добавление карт в колоду. Кстати, интересно. Третья Анте. Можно ее сразу чуть качнуть, но... К брюкам она отношения не имеет. Поэтому что-то я сомневаюсь. Пафня. С башней две пары плохо. Неудобно. Давай, давай трефы сделаем. Голограмму и шляпу. Шляпы нет. Шляпы нет. Да не хочу я голограмму. Да ну ее в баню. Давай что-то другое искать. О, зеленый Джокер со штанами. Стой. Все карты расцениваются как карты с лицом. Плюс безликий Джокер. Это... Ну это плюс 5 рублей за каждый сброс. И ты тоже на прокачку, ты, конечно, особо не накачаешься. Так это... Кайф. Можно играть только одну руку. Ну-ка. В общем, сбрасываем, играем full house, ну и должны ваншотнуть 2000. А все карты расцениваются как карты с лицом. То есть нам пофиг, что сбрасывать вообще. Если мы 3 карты сбрасываем, то у нас все хорошо. Любые 3 карты. И еще раз. Вот это экономика. Так, ну и full house, я предполагаю, набивает у нас хорошо, да? Ну 2000 точно набивает. Да, он, наверное, 20 набивает. 13. Уменьшаем размер руки. Прям во время боя, что ли? Ах, вот как это работает. Так, зеленый Джокер, кстати, у нас не работает, получается. Так, размер руки — это динамический параметр. Если хотим размер руки, надо быть бедными. А кто богатый, тому размер не нужен. У него есть деньги. Какая фольгированная четверка красивая. Все понятно. Флеши из 3000 с 4 картами. Ну... Блин, ну и что теперь делать? Может умного Джокера продать? Поменять умного Джокера на прибыль? Продать умного? Купить прибыль на будущее? Как мне выгоднее тогда делать? Что, не сбрасывать, что ли? Или что? Или сбрасывать в разумных пределах? Или как? Играть в фулхаусы? Играть на раскачку? Наверное, как-то вот так вот все равно продолжать. Все-таки деньги набирать. И играть две пары. Четыре шестьсот. Ну, вот как раз примерно то, что нам нужно. Добрый вечер, что за колода и возвышение? А, добрый вечер, это челлендж на... Типа, если у тебя много денег, то у тебя мало... Кредитка. Чем меньше у тебя денег, тем меньше размер руки.
Чем больше денег, тем меньше размер руки. Все уши. Так, ну-ка давай Джокера. Жонглер, плюс один к размеру руки. Неплохо. Слушай, кредитку, да и в долг, и погнали. Уходим в минус, имеем огромную руку. Окей. Вопрос, когда это делать надо? Две пары. Надо сейчас уйти в минуса, да? А банан? Банана? На самом деле, плюс один размер руки не решает нам. Лучше банан взять. Полуджокер. Не подходит. Восьмерки нет. Плюс три к рукам отнимает сбросы. Нет. Ну, у нас экономика на сбросах. Окей. И фулл хаус купить. Окей. Уходим сейчас в минуса. Умный Джокер вернулся. Но я же умный. Прости, Джокер. Был умный, стал ненужный. Если ты такой умный, что ты такой бедный? Ох ты, эта рука. Хо-хо-хо. Так, ну и здесь мы теперь сбрасываем в, там, любые по три карточки. Все подряд. Там 6, 9, что-нибудь еще. Четверку. Возвращаем деньги из минусов, да. А потом качаемся по две пары. Блин, обидно две пары с такой огромной рукой играть. Очень обидно. Купон для минуса просто взять. Да не, давай так. Дурак. Смерть. А что нам вообще надо? Нам ничего не надо. У нас все есть. Хорошо, когда у тебя все есть. Нам нужно качать комбинации. Нам надо играть флеши на королях. Думаешь? Уиджи. Минус один к размеру руки, да? Что нам ваши... Подожди, Уиджи не руинит ли две пары? Руинит, да. С Уиджи мы будем всякие покеры собирать, а две пары будут плохо собираться. Для двух пар нам надо не трогать. Ничего. Сейчас так хорошо собирается все. Чудесно. А вдруг мы все тузы сделаем? Одну масть. Ломай, потом чини. Банан продай, меньше набивать будешь. Но я хочу гигабанан. Я хочу его сделать X3 банан. Для этого его надо сломать. Бери Уиджи, будет прикольно. Окей, давай. Пятерки. Опять. Проклятие пятерки. Окей. Необходимо играть одинаковую покерную комбинацию. Постараемся. Как-нибудь постараемся, да? Ну, у нас теперь пятерок много. Угу. Пятерок. Офигеть сколько. Просто зашибись. В спектралке надо заходить в минусах, чтобы редкий Джокер давал деньги. Кстати, да. Разумно. Нужен король из прошлого забега? Да. Оп, купон. Купон. М-м-м.
Мы идем на высокие анты. Full House. Ну, купон точно надо брать. Семья! Не, ну семью ты не бросаешь. Семья дает x4 множитель, если в руке есть каре. Когда-то такое уже было. Где-то что-то я такое вспоминаю. Каре, к сожалению, с брюками не работает. Тут либо штаны, либо семья. Надо выбирать. Если будет семья, не будет штанов. Эти ребята конфликтуют. Хотя у нас пятерок много. Штаны не самая имба. Они полихромные и вообще хорошие. Мы уже выбирали семью. Я согласен. Оп, негативный. Ты видишь, только семью бросил, сразу удача пошла. Кризис среднего возраста. Нет семьи, нет проблем. Что-то я решил пятерочки поиграть. Блин, чертовы пятерки. Семья мстит. Да чтоб тебя, ну и пофиг. Ну и ладно, давай сыграем. Ну фигню сыграли, штаны не качнулись, ну чё. Ох ты какой умный, Джокер. Ты видишь, такой ужиком, такой, оп-оп, его один раз выгнали, два раза выгнали. Он в третий раз такой, а я теперь негативный? А что ты теперь скажешь? Ну ладно, давай. Я так на свою первую серьезную работу устраивался. В магазин видеоигр, я туда очень хотел. Потому что там можно в игры играть, да? Тогда еще на дисках продавались игры. И я пошел первый раз. Прошел стажировочный день, меня не взяли. Я вернулся на следующий день. Пошел к директору и сказал, это, короче, плохая стажировка была. Неправильно все, давайте еще раз. Дубль 2. Директор такой, окей. И дубль 2 сделали. Потом я устроился и долго там работал. Так что, умный Джокер. Смекалочка. Наглость — второе счастье. Так. Ну, дурак качает нам Full House. Ну ладно, пускай качает. Пускай качает. Шулер, кстати, норм. Более чем норм для нас. Вопрос, вместо чего его взять. Иглу мы уже прошли, поэтому... Да. Ну, вместо банана. Передали я с безликим комбица. Я вот думаю, может нам вообще забить на этих безликих передали. Типа мы уже сильные. Может нам ничего не надо больше. Экстрим множитель от шулера и все. Жизнь прекрасна. Деньги вроде и не нужны, честно говоря. Кредитку отдать. Кредитка нам размер руки дает, нет? Мы в минус 20 уходим, и у нас плюс 4 размер руки. Давай, пофиг на деньги. Ну, все надо было наоборот. Надо было передалью продавать. Да ёшкины кошки. Надо было передалью продавать, ребят. А этот оставлять. Ну, передалит сама по себе ничего не делает. Да что ты? Все карты с лицом ослаблены. Мы, наверное, продадим передалию. Угу. Я что-то так решил, что, наверное, она не самая лучшая в данный момент. Не знаю, ну, чуйка.
такая у меня. Вовремя. Я клянусь, я не видел этого босса. Я вообще не смотрю боссов. Это, наверное, одна из моих главных проблем в игре. Так, ну теперь у нас экономики действительно нет. Она нам вообще нужна? Нет, нам нужен купон. Плюс одну руку на каждый раунд. И головорез. У нас место под Джокера есть, но кто нам нужен? А что нам надо? Х2 множитель теряет множитель за каждую сброшенную карту Чана Рамен. Слушай, а мы можем больше никогда карты не сбрасывать. У нас такая огромная рука. Зачем мне вообще когда-то карты сбрасывать? Мы сохраним двойной множитель Чана Рамена буквально под таласт боссу. По-моему, наш билд не тащит ласта. Ну когда это нас пугало? Может и тащит с шулером на самом деле. Варлок, можешь ли объяснить, как работает кредитка? Да. Ты берешь деньги чужие, а отдаешь потом свои. Когда берешь, прикольно, когда отдаешь, уже не так весело. Ну и в игре примерно так же. Можно взять долг до 20 баксов, в минус 20 уйти, а потом, ну и все, и у тебя минус 20. А если ты кредитку продашь, то деньги тебе не вернут. Все равно. Я думаю, надо ли нам покер какой-нибудь качать. Ну, наверное. Работает кредитка очень хорошо. Покупаешь, что хочешь за так. Да, кредитка классно. Берешь, идешь в банк, тебе бесплатно дают много денег. И ты потом что хочешь себе покупаешь, никаких проблем. Кайф. Красота. Съешь уже банан? Задрал? Я пытаюсь. Вкусный банан. О, купон. Анты на минус один. Минус один сброс на каждый раунд. Банан съели. Это хорошо. А теперь чего? Ну а теперь, как обычно, будем строить планы по захвату мира. Сбросы нам вообще уже теперь не нужны. Если я Чан Рамен буду играть, надо было удвоить деньги. О! Космический Джокер. Где ты раньше-то был? Шанс 25% повысить уровень комбинации, а денег теперь нет. Зато смотри, какая рука. Зачем деньги, если у тебя есть руки? Да? Да. Да я себе так все время говорю. Ох ты. Бабах, смотри, сколько денег. Зачем руки, если есть деньги? О, еще деньги. На самом деле такое ощущение, что нам ничего не нужно больше в колоду. Колоду не надо никак модифицировать и ничего другого. Фулл хаус. Две пары не качаются. Качаются, простите. Варлок, почему ты, когда играешь две пары, не берешь пятую карту? А мне лень. Школьная доска, нет. Там надо, там видишь, надо смотреть, чтобы лишнюю не взять или еще чего. Игра комбинации две пары устанавливает ваши деньги на ноль. Ха-ха! Шах и мат! Мистер Бонд. Шах и мат. Но играть лишнюю карту правильно, да. Изи 12 рублей.
Нужен нормальный Джокер вместо последнего. Что думаешь, космонавт нам не накачает? О, еще спектралка. Давай. Призрак. Редкий Джокер и устанавливает деньги на ноль. Блин. Вот надо было... Говорили же мне в чате. Говорили. Еще одна Уиджи. Какой нам нужен-то редкий Джокер? Нам ничего не надо вроде. Космонавта продавать, что ли? Космонавта жалко. Все остальные нужны вроде. Кредитку. Кредитку. Может, Уиджи? Здесь 4 пятерки. У нас, кстати, пятерок слишком много. Нам нужно уменьшить количество пятерок. Давай. Десятки. В два раза увеличили. 10 в два раза лучше, чем 5. О. Найс. Ну, я не знаю. Давай стеклянную пятерку. Хотя, наверное, этот. Ну да, десяток и пятерок примерно поровну. Вот теперь нормально. Давай купон купим. Чё б не купить, если покупается. Купи купон. Теперь у нас десятки, пятерки. Красота. Ну плохо качаемся. Ну в смысле брюки плюс 50, конечно. Но они могли быть намного больше, если чуть-чуть получше подумать. Там сделать как-то похитрее, там шулеров раменов не прокачать. О, черная дыра. Синди, полезай в черную дыру. А, чё? Короче, если лучше играть, то тогда будешь лучше играть. Вот, записывайте в цитатник Варлока. Если лучше играть, то будешь лучше играть. О, это я сказал. Мы все равно на брюках выедем, думаю, далеко. Уедем далеко. Смерть. Слушай, ну что, мы десятки пятерки, получается, оставляем. Десяток чуть-чуть больше, чем пятерок. Можно еще пятерку сделать. Давай стеклянную пятерку. Из четверки. Четверка, вы были улучшены до пятерки. Поздравляем вас. Вторая. Варлок, скажите еще что-нибудь на старом. Если спешить, то ты тогда поспешишь. Но можно не успеть, даже если спешишь. Поэтому не спеши, вот это зря. А то вдруг опоздаешь, даже когда спешишь. Вот. А можно успеть, даже если не спешишь. Да? Это... Слушай, деда. Дед не посоветует плохого. Плюс один сброс. Зачем мне сбросы? Не знаю, купи. Уголки карт на фоне выглядят как уши остроконечные. Кошмар какой. Ужас. Ох, страшно. Опоздать значит не успеть. Угу. Если ты опоздал, то ты не успел. Дуо. Двойной множитель, если пара. Так, ну ты типа наша. Космический Джокер, прощай. Ох, множители-то набрали. Каких хороших, больших. Давай спектральный набор-то бери еще. Конечно.
Полихромное издание случайному Джокеру уничтожает остальных. Не трогать. Так, вот это давай заклинание. Там 5 случайных карт. Метка. Все карты с лицом тянутся рубашкой вверх. Да. Метка не метка. Даже если стрелять метко, можно промахнуться. Это наш телескоп. Ну, какой наш? Восьмой Анты, как бы, уже ничто не наше. Мы просто выиграли. Но это был веселый билд. Это классный билд получился. Наконец, штаны в этот раз не подвели. Мне нравятся челленджи в Балатро. Они не душные, в отличие от моего челленджа на Пеглина слепого. Именно поэтому эти ребята игру продают, а я ее покупаю. Да, челленджи не душные, а хорошие. Удваиваем деньги, да. Удваивай деньги! Скорей! Проверю удвоение денег. Ну, я предполагаю, будет минус 5, станет минус 10. Пока не душная. Ты знаешь, мне даже золотая ставка не показалась душной. Наоборот, интересная. Я так понимаю, что раньше золотая ставка была подушнее, чем сейчас. Поэтому я просто еще не почувствовал всю глубину глубин. Космонавт вернулся такой. Такой, че, я ж на... Okay. Фиолетовый сосуд. Очень большой блайн. Фулл хаус, давай бахнем и уничтожим. На. Бабах. Вау, фулл хаус не добил. Вау. Окей. На тебе десятки пятерки. Что ты просто насчет этого скажешь? А у меня шулер не работает. Ну я, конечно, дурак. Надо было два раза играть по две пары, и тогда бы шулер был. Но это победа в любом случае. Инстрик. У нас есть инстрик. Мы, по-моему, ни разу не проигрывали с того момента, как выиграли золотую ставку. Мы молодцы. Чат, кто молодец? Мы молодцы. Вы молодцы, все молодцы. Ютуб, не забываем. Если вам понравилось, ставьте лайк. А то и два, с двух аккаунтов. И мама. Надо пойти к маме, взять у нее телефон. Мам, можно я на ютуб там зайду? Заходите на ютуб с маминого аккаунта. Бам, лайк, подписку. С папиного аккаунта. Бам, лайк, подписку. Соседям позвонить. Серега, слушай, дело есть. К Сереге заходишь. С его телефона, бам, лайк, подписку. Все дела. И еще в школе всем тоже сказать. И в универе, и на работе. Всех подписать. Всех подписать. За лайки поставить со всех аккаунтов. Ты, мы. Вот тогда мы развернемся. Вот тогда. Ух, о, вот тогда настанет правление строгое, но справедливое. Ух.